По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях, по сравнению с прошлым годом обстановка сейчас стабильная. Однако из-за установившейся жары в Севастополе объявили 4-й класс пожарной опасности. Существует вероятность возгорания сухой травы и лесов. Так, в субботу в ущелье Уч-Кош Ялтинского района сотрудники Севастопольского управления МЧС приняли участие в тушении пожара. Туда была направлена аэромобильная группировка главного управления в количестве 50 человек и 9 единиц техники. Наши ребята приняли активное участие в ликвидации данного пожара. С задачей поставленной справились, все задачи выполнены на отлично, пожар ликвидирован. А в прошлую пятницу сотрудники Севастопольского управления МЧС тушили пожар сразу в двух кафе в Артбухте. Пламя охватило площадь 120 квадратных метров. К тушению привлекли силы МЧС и пожарные расчеты Черноморского флота. Благодаря слаженной работе огонь удалось быстро потушить. Причина происшествия в настоящий момент устанавливается. На этих объектах последние несколько лет проверка пожарной безопасности не проводилась, потому как это объекты малого предпринимательства, и они попадают под федеральный закон. То есть у нас там был переходный период, и мы, соответственно, не могли их проверять. Сейчас совместно с прокуратурой города Севастополя ведутся проверки. А за прошедшую неделю были ликвидированы 22 техногенных пожара. Погибших и пострадавших нет. Осложняют работу факты ложных вызовов. Чаще всего из-за неисправной сигнализации. В день сотрудникам МЧС приходится выезжать по таким тревогам от 3 до 7 раз. По итогам полугодия Главное управление МЧС по Севастополю заслужило общую оценку работы удовлетворительно. Михаил Кумбров, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя.